Улететь из Охотска не могут более 200 пассажиров. С прошлой недели отменено уже несколько рейсов в Хабаровск. В диспетчерской службе Северного аэропорта причиной отмены полетов называют неблагоприятные метеоусловия. Пассажиры утверждают, что в Охотске несколько дней стоит ясная погода. В ситуации разбирались наши корреспонденты. На направлении Охотск-Николаевск-на-Амуре-Хабаровск с 11 ноября отменено уже 4 рейса. Вылета ожидают около 250 человек. Среди них пассажиры с детьми, которые записались на прием к узким специалистам в хабаровские больницы. Для жителей севера поездка в Хабаровск чаще всего необходимость. Я вот на похороны опоздал, как говорится, маму похоронили. Мне бы хотя бы на 9 дней успеть, и на 9 дней навряд ли успею. Там папа находится в тяжелом состоянии, в больнице лежит. В диспетчерской службе аэропорта в Охотске причиной задержки рейсов называют неблагоприятные погодные условия и, как следствие, обледеневшую взлетную полосу. Однако пассажиры уверены, что плохая погода тут ни при чем. У меня, как знакомая, работает в аэропорту. Она сказала, то, что у нас всего лишь напросто огни вот сигнальные не работают для трассы. И все, а трассы все очищено. И погода у нас тоже все хорошая. Почему самолеты не летают, я не знаю. В администрации Охотского района о проблеме с вылетами знают. По последним данным, самолет для выполнения рейса не может даже прибыть в Охотск, не позволяет плохая видимость на пути из Хабаровска. На вчерашнюю дату нам информацию дали, что по пути исследования вроде как перелет с Хабаровска в Охотск небезопасен, потому что в процессе полета туман, низкая облачность и так далее. Представитель авиакомпании «Хабаровские авиалинии», которая выполняет полеты, сообщил, что пассажирам отмененных рейсов предоставили питание и проживание. Начать полеты из Охотска планируют уже на этой неделе. Авиакомпания планирует выполнить задержанные рейсы на этой неделе. Это будет зависеть от погодных условий и не в ущерб пассажирам задержанных рейсов, согласно расписанию. Пассажиров задержанных рейсов планируют вывозить в первую очередь. По плану сразу два рейса выполнят два самолета уже во вторник, 16 ноября. Виталина Кондрахина, Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния».